Привет, друзья! Отсюда началась наша семейная вылазка на водопад, где нас поджидал необычный сюрприз, но мы еще о нем не знаем. Видишь, как хорошо здесь. А? Тихо, кузнечики. Че, классно, блин, это через каждые 100 метров лавочки стоят. Устал, отдохни. Вот мы и пришли к конечной точке нашего путешествия. Это водопад. Чистейшей воды горная речушка была очень холодна, несмотря на достаточно жаркий день. Просто подарок нынешним дождливым летом в нашем регионе. Однако не все рискнули помочить ноги. Но были и смельчаки, а может закаленные. Вот тут-то нас и ожидал сюрприз. Оказывается, над водопадом было натянуто два каната, где тренировались канатоходцы. Один был в красной футболке, другой в шляпе с голым торсом. Вот этот человек в шляпе с голым торсом, похоже, был опытным канатоходцем. У него хорошо получалось держать равновесие, и в конце концов он дошел до конца своего каната. Медленно, но верно. На радость всем зрителям, особенно детям. Все даже зааплодировали. Еще была девушка молодая, которая выходила на канаты, но она была недолго, и мы ее не сняли. В общем, неожиданный сюрприз среди канатоходцев порадовал нас очень и был, как говорится, вишенкой на торте нашего путешествия.